Ladies and gentlemen, in the right corner, PM Константин Полосухин. In the another corner, his opponents Dmitry Cooperman and Alexander Kuzmenko. Что в переводе на русский язык означает двое на одного. Вашему вниманию будет представлен доклад в формате battle, где люди, которые очевидно обладают разными взглядами на одну и ту же проблему, будут пытаться культурно, а может и не очень культурно, друг другу показать наглядно, кто не прав. Мы начинаем. Друзья, всем привет. Давайте представимся немножко дальше. Саш, переключи слайд. Пока мы с тобой еще окончательно не подрались. Вот, на самом деле, друзья, вам представлен снэпшот одного проекта. Снэпшот в каком плане? Саша, наш senior developer, Дима мой коллега, друг, соратник, dev lead, вот, и я project manager этого проекта. Так уж сложилось, что мы столкнулись с разными проблемами внутри, вот, и мы понимаем, что майндсеты наши сильно различаются. Вот. Я буду, собственно, представлять позицию project management, Дима будет как-то вот смотреть, куда он примкнет. Я вот не в углу ринга, я на самом деле буду где-то здесь. Да, и Саша будет представлять девелоперскую позицию. Вот, ну, давайте попробуем. Поехали. Собственно, Саша, дальше. Что это, собственно, будет? Это, ну, не совсем мордобой, конечно, хотя посмотрим. Но мы будем дискутировать с разных позиций по болезненным вопросам. Причем это, несмотря на то, что мы работаем там в одном проекте и, наверное, видим мир чуть-чуть через призму этого проекта в последнее время, но весь наш опыт подсказывает, что это проблемы универсальные. И наверняка каждый из вас с большинством из этих проблем уже сталкивался. Если нет, то будьте уверены, столкнетесь, никуда не денетесь. Да. То есть это не крафт Java как таковой, да? То есть мы немножко здесь говорим о том, без чего не может этого крафта Java быть. О проектах, клиентах и том environment, в котором мы все вращаемся. Ну, это крафт Enterprise. Да. Итак. Первый вопрос, который бы я хотел поднять здесь и обсудить с менеджментом. Я разработчик. Разработчик до мозга костей. И я кайфую, когда я разрабатываю. Вот. Но очень часто происходит на проекте так, что мы занимаемся всем чем угодно, только не разрабатываем. Вот. Поэтому я хотел бы задать менеджменту вопрос, почему так происходит и почему мы не можем просто разрабатывать. Ну, начну издалека. Собственно, все мы понимаем, что проект — это некая живая сущность, микроорганизм или просто организм. И я понимаю, что ты хороший девелопер, я даже знаю, насколько ты хороший девелопер. Но в проекте есть еще ряд стейкхолдеров, у которых своя карта понимания мира, у которых есть свое понимание приоритетов и ценностей для проекта. И поэтому, собственно, product owner, который, естественно, присутствует в скрам-процессе, он, собственно, и решает определенность этих задач, то есть их последовательность, их приоритетность. Вот. Именно поэтому, собственно, я тебе иногда и не даю делать эти задачи, потому что есть некая согласованность и последовательность координации. Ты можешь, конечно, на меня обижаться и злиться, напасть на меня можешь. Я, в общем, постараюсь держать этот удар. Но, то есть, главный мой аргумент — это то, что проект больше, чем разработка. А разработка — это часть проекта, часть большого большого организма. Я не знаю, устраивает ли тебя такой ответ или нет? Абсолютно не устраивает. Я понимаю, что ты стараешься это все объяснить с точки зрения менеджмента. Ну, как ни крути, разработчик должен разрабатывать. Он должен разрабатывать, пускай не каждый тикет будет чисто разработка, но, блин, хотя бы 50%, хотя бы 50%. Иногда случается так, что у тебя весь день уходят на какие-то активности, и ты себе задаешь вопрос, а я разработчик или кто вообще? Это печально. Или QA, да, кто-то с зала сказал.
это более печаль. Особенно это просматривается в тех продуктах, которые уже живут какое-то время в продакшене. И, как вы знаете, то есть продукт, который может прожить там лет 10-12, он сопряжен с определенной долей рудиментов, либо рудиментарных процессов, либо, собственно, как вот получилось у нас, все уже ушли до нас. И, собственно, то, что делает Саша, вот 60% своего времени, он реверс-инжиниринг, он документирует и чуть-чуть меньше пишет код. Не рассказывай. Не, я понимаю, что тебе стыдно за то, что ты делаешь. Вот, но, не знаю, я всячески, в общем, стараюсь сказать, что то, что ты делаешь, это равнозначно важно, как и разработка. Ну, да. Хотя, понятное дело, что это не JavaCraft, да? То есть вот что я могу ответить на этот вопрос. Можно я вас попытаюсь немножко, как рефери в ринге, так чуть-чуть разнять? Проблема, мне кажется, в том, что мы немножко под разными углами смотрим, что логично, на проблему, и девелопмент в данном случае в лице Саши хочет писать код, хочет видеть четко поставленные требования, писать код и не заботиться как бы о чем бы то ни было другом. Менеджмент понимает, что наша задача не только иногда и не столько писать код, сколько делать заказчика счастливым на самом деле. Мы работаем на заказчика. И очень часто то, что мы делаем и как мы мыслим даже, оно обусловлено потребностями заказчика. И на самом деле в лице, как бы с точки зрения заказчика, который нам в итоге и платит, мы не тем лучше работаем, чем более качественный код мы пишем. Хотя качество кода, конечно, влияет. Но влияет прежде всего то, насколько мы делаем нужное заказчику, полезное заказчику, выгодное заказчику. И ценное для него. Да, и поэтому, с одной стороны, скажем так, и менеджмент здесь между двух огней, потому что потребности девелоперов совершенно понятные, как бы я в данном случае, как девелопер, понимаю, сам как бы хотел бы решать технические задачи больше, чем... Но сколько ты уже код не пишешь? Да уже 2 с лишним года. Я же говорю, хотел бы. Но все равно даже без написания кода приятнее решать техническую задачу, нежели как-то ублажать заказчика. Но в конце концов мы на него работаем, мы опять же дополнительный аргумент, его задачи делаем. Да. Дополнительный аргумент с моей стороны это то, что, как правило, то есть вот то, что я вижу, development старается представить себе разработку как некий идеальный такой environment, в котором требования прописаны, в котором они не будут меняться, в котором они полны и абсолютно однозначны. Но вся суть в том и вся соль в том, что это не так. Вот идеальной картинки мира здесь не существует. И сколько мы разрабатываем продукт, столько мы его и уточняем. И никогда не закончится это веретено событий под названием уточнение требований. Вот я приведу пример. Мы сейчас стараемся запустить один проект. Им коллеги мне говорят, нужно запустить discovery фазу. В их понимании discovery фаза — это сбор требований, запустить аналитика. Но со своего опыта я вижу, что это не работает. То есть работает выстраивание коммуникаций, да, в некой степени реверс-инжиниринг, понимание того, с чем ты уже будешь работать, как девелопер. И, соответственно, если ты этого не понимаешь, да, и ты просто хочешь писать болт, то есть вот кусочки кода, они не несут вот того большого сакрального бизнес-смысла. А бизнес для нашего клиента — это в первую очередь его клиенты. То есть есть просто определение. 100% бизнеса — это клиенты, это люди. Мы делаем код для людей. Ну, по поводу уточнений здесь не поспоришь. Перед тем, как начинать разработать, обязательно нужно это все проработать и четко понимать, что тебе нужно сделать. Но проблема просто в том, что иногда 2 недели мы ведем митинги, в которых мне пытаются объяснить, что мне нужно делать и нужно ли мне это делать. А может и не нужно делать. Я знаю, как это делать. Мы просто требования согласовали, все, поехали педалить. Тут, наверное, я подставлю вторую щеку и скажу, что да,
это весьма весомый аргумент, и против него очень тяжело поспорить. На самом деле, вот, когда проект увязает вот, в ряде митингов, это означает, что слишком много стейкхолдеров и процессы весьма тяжелые. То есть мы со стороны менеджмента стараемся сделать таким образом, чтобы каждый понимал, куда идет разработка, каким образом она идет. То есть transparency, другими словами. Но для того, чтобы этого transparency достичь, одним из инструментов является митинг. Зачастую им, конечно же, злоупотребляют. Такое, да, такое случается. То есть тут да. Ты 1-0. Окей, поехали дальше. Поехали дальше. Ох, пойду-ка я, Саша, в твой угол. На этот пункт. Давай. И буду вещать оттуда. Потому как реальный кейс как бы с меня начинался и, в общем-то, больно до сих пор. Я хочу вклиниться, пока ты не начал. Здесь очень хорошо начать следующей фразой, что иногда случается так, что менеджмент побеждает здравый смысл. Спасибо. Так вот ситуация. Приходит какой-то, значит, все было хорошо у людей. Был замечательный straightforward процесс, как бы даже вот с моей там лидерской точки зрения. Все нормально. У нас была Jira. Задача в Jira определялась одним тикетом. То есть один story, один тикет. Были совершенно понятные swimlane. To do, in progress. In progress, он же in development. То есть to do, in development. Code review, in testing, done. Все. В какой-то момент приходят, значит, дорогие стейкхолдеры, потому что у них самый главный поменялся. Этот главный говорит, я вас сейчас работать научу. И начинается. У нас недостаточно гранулярности, у нас недостаточно понятные отчеты. Мы не совсем понимаем, как у нас в динамике спринта происходит развитие ситуации. Давайте мы введем сюда больше бюрократии для того, чтобы нам было понятно. Теперь в итоге мы на выходе имеем, что под каждым тикетом у нас есть саптаски. То есть на каждый тикет мы теперь заводим саптаску development, саптаску requirements management, саптаску, спасибо, хоть код ревью не заводим, саптаску тестирование. И если в процессе тестирования обнаружилась бага, то есть саптаска на фикс бага. Ощущение такое, что мы как бы теперь вот в основном как бы джиру сопровождаем, что там на каждое движение по работе мы должны 3 движения в джире сделать. Ощущение, что мы увязаем в бюрократии. Mm-hmm. Ну так саптаск создать — это одна всего кнопочка, нажать и все. Описание написать, а estimate еще на него проставить, мы теперь еще кроме того, что не мы… Не estimate, а remaining estimate. Remaining, да. Эстимировали на покере все в сторипоинтах, теперь пошли, теперь начинаешь работу, remaining estimate в часах проставляешь. Зачем тогда это было все в сторипоинтах? И remaining в часах, в общем, двойная система учета. Короче, стало мутно. Тима, ты не понимаешь. Я тебе сейчас объясню. Давай. Когда, собственно, приходит такой вот заказчик, и опять же таки, вот ты говоришь… Гранулярность. Не гранулярность, а декомпозиция. Понимаешь? Не, собственно, брейкдаун, а визибилити. Вот такие вот вещи. Собственно, когда приходит заказчик, который понимает в его понимании, как строить процесс, который понимает, что есть некие там скрам-процессы, да, двухнедельные спринты. И главное, если он хочет повысить предсказуемость, то такой инструмент для меня, как менеджера, является очень большой основой. Потому что когда мы проводим митинги, в которых мы смотрим, как мы будем деливерить продукт, как мы будем релизить, для меня это максимальный брейкдаун тех эффортов, которые будут потребны, которые будут необходимы для того, чтобы не разработать ту или иную часть, а заделиверить. То есть между разработкой и delivery происходит еще куча сопряженных процессов. Тестирование, user acceptance testing, сертификация, может быть, регрессия она же. Соответственно, такой брейкдаун показывает нам, что на такую-то задачу ремейнинга, там, 2 дня девелопмента, 1 день тестирования, там, полдня UAT. И вот это называется гибкость уже. Потому что по факту мы можем в спринте не заделиверить эту фичу. По причине того, что она была разработана, но не дотестирована. То есть времени не хватило. Мы ее можем перенести на следующий спринт. Таким образом, и там понять, что у нас остался только тестинг. Осталось ее только потестировать. И когда, собственно, меня заказчик спрашивает, ребят, чего у вас там, то я ему выдаю полную картинку мира. Он успокаивается, идет и понимает, что все под контролем.
Ну, с бирндауном однозначно уговорил. Бирндаун, когда детализирован по remaining estimate, это очень хорошо, тут я согласен. Меня в этом всем, ну, как бы тут даже почти соглашусь, меня смущает еще один момент. Если мы уже заговорили о каком-то, вообще у нас появилось реальное время в тикетах, то пока что мы remaining estimate меряем, поставляем. Но у нас там есть замечательное поле time spent, и вот тут есть очень опасный шаг. Если мы начнем трекать time spent, а заказчик может это захотеть, потому что если, ну, в общем, здорово на самом деле посмотреть не просто сколько времени осталось, а сколько времени ты потратил и сколько времени у тебя осталось после того, что ты потратил известную величину. То есть можно таким образом проверять наши estimate, раз. И второе, это самое, пожалуй, опасное, нам могут начать предъявлять, что мы тратим не 8 часов в день. У Jira есть замечательный плагин для этого, благоплатный. Поэтому, может, его у заказчика не будет. Плагин хороший, и он прям тебе показывает, сколько часов в день затрекал каждый человек. И к тебе начинают приходить с вопросами, а почему не больше, а почему у тебя 6, а не 8 в день. И вот тут я боюсь, что если до этой ситуации дойдет, то сбудется мечта Ильи, и мы будем искать нового девлида. Потому что у меня один такой проект был, второго не будет. Твои опасения учтены и проконтролированы. Тебя их уже, ты устроит? Их уже прибил там, что ли? На самом же деле, ребят, важно вот держать эту связь с девелопментом своим. И это опасение вполне валидно. То есть, ну, опять же таки, когда мы вращаемся в парадигме взаимоотношений с клиентом, причем они бывают разной степени адекватности, то в данном контексте мы вышли инструментом remaining estimate. Это не трекинг времени, это, по сути, никакой не учет, это индикатор. Он нам помогает только для одного – понять, что если мы оценили эту задачу как remaining estimate 2 дня, но мы потратили один день, и там остается 2 дня, то это риск. Для разработки это риск того, что это уже плюс один день. Соответственно, на бёрндауне это отражается спайком небольшим. Это то, что тоже можно обговорить со своим стейкхолдером, продукт-оунером. И опять же таки они будут понимать, что в каком положении находится разработка, например, в середине спринта. Вот, или на третий день разработки, где риски. Потому что если система в продакшене, если, собственно, она уже живет, если она зарабатывает деньги, то очень важным аргументом является рискованность той или иной фичи или процесса. Вот. А со стороны разработчика это выглядит так. Ты приходишь, садишься работать, открываешь тикет, а у тебя... Тебе запилили таск в таск, чтобы ты делал таск, пока ты делаешь таск. И ты садишься работать и начинаешь двигать все эти тикеты налево, направо, в один борт, в другой борт, в третий борт, проставлять время. Потом ты его вроде закрыл, тебе переоткрыли, ты создал новый таск. Тебе недостаточно уже тикет просто перетащить и работать его, изменить статус. Ты начинаешь клепать саб-таски, и у тебя на выходе получается такой тикет и с такой графом саб-тасков. Но красивый. Ну, красивый, да. Графички красивые. Это, кстати, такая ремарка вне дискуссий. При общении с заказчиками красивые цветастые графики – это все. То есть очень много чем можно пожертвовать, лишь бы у вас были красивые цветастые графики, в которые вы ткнете пальцем и скажете: смотри, вот тут была проблема, вот она. А вот тут мы ее решили. Видишь, как график пошел? О! Он скажет да. Это на самом деле действительно так. То есть от себя, как от менеджмента, я добавлю, что у каждого проекта есть свой жизненный цикл. Он где-то рождается, развивается, достигает своего прайма, и, может быть, где-то он начинает умирать. Вот. И в каждой из этих моментов есть вот определенные ключевые задачи. То есть если мы начинаем как стартап, то для нас не важны никакие метрики абсолютно. Для нас важна разработка, delivery, то, что мы продукт привели в какой-то знаменатель. Мы его привели к какому-то состоянию, которое можно уже давать конечному пользователю. Когда же мы уже находимся в продакшене, то каждая цена изменений, она увеличивает свой вес. И поэтому здесь, конечно, уже появляется вот то, что Саша описывает, и то, что он не любит – обвесы. То есть у нас появляется тюнинг такой, со всякими молдингами, неонами, всем остальным. Ну, я
скажем так, что я не буду здесь много проводить контраргументов на твою. То есть понятно, что это effort, да. Subtask, его статус, статус Subtask'а, это тяжело, действительно, как процесс, он становится тяжеловесным. Вот. Но если опять же таки вернуться к моему первому посту, да, насчет того, что проект — это организм, и, соответственно, нам нужно как-то аргументировать эти задачи, особенно если мы взаимодействуем с клиентом, которому это необходимо. То есть у нас были и другие клиенты в этом аккаунте, с которыми было проще. Но таким образом я могу того же Сашу, скажем, защитить в неких аспектах, если там разработка занимает дольше, чем мы ожидали. Потому что есть у нас вот этот индикатор. Потому что мы можем идентифицировать, где был тикет переоткрыт. Вот этот Subtask идентифицирует проблему под ним. И, соответственно, мы можем сказать, мы это не заделиверили, потому что нашли вот такой-то стек багов, вот сейчас их статус. Они там в девелопменте, они в to-do девелопмента. Вот таким образом. Visibility. И это важно. И с этим приходится мириться. Ребят, как я вас переубедил или нет? Да нет у тебя шансов. Нет. Что меня, без, меня без шансов, да. Нет. Я понимаю, тут, в общем, да. Я имею риск, в общем, не доехать до Львова. Меня переубедил, потому что мне периодически приходится быть, собственно, в твоей шкуре. И как бы так случается, что не все мы ходим на все митинги, и когда. И достаточно было один раз подменить ПМа на митинге по общему статусу с детальным разбором, и тут ты понимаешь, что ну да. Дальше. Едем дальше. Что, Саш, да. Все, закончились, да. Те аргументы, да? Да. Нечем крыть, да. Так и скажи. А у тебя еще есть чем защищаться? У меня есть чем защищаться, и крыть есть чем. Окей. Ну что, поехали дальше. Поехали дальше. Рефакторинг. Я надеюсь, все знают, что это твоя песенка. Что рефакторинг? Зачем он тебе нужен? Объясню. Иногда тебе приходит задача, в которой тебе нужно изменить кусок логики в каком-то API. Ты лезешь в класс и понимаешь, что как-то текст по-дебильному написан. И ты не можешь удержаться, чтобы под шумок не порефакторить это все, не сделать красиво, чтобы это можно было с чистой душой отправить в продакшн. Руки чешутся, чтобы этим, да? Можно чешутся было пользоваться. Да. А нельзя. Менеджер не разрешает. Да. PM против. Хочу понять, почему. Ну, я тебе постараюсь объяснить, давай. Почему. Ну, во-первых, ты ручонки там в розетку не пихай. А во-вторых, опять же таки, да, мы возвращаемся, если система в продакшене особенно. Рефакторинг — это что по факту? Код change, правильно? Тот или иной. Он может цеплять другие модули. Для тестирования это изменение интеграционных тестов, увеличение покрытия. И бог его знает, что ты там еще прицепишь своей левой ногой, когда ты будешь этот рефакторинг делать. Вот ты знаешь все бизнес-требования к тому, что ты будешь рефакторить? Конечно, знаю. Так смотри, дело в том, ты что вы все равно... Не подходи ко мне сильно близко. Вы все равно будете тестить этот API, правильно? То есть если я туда внес какое-то изменение, согласно задаче, то я и порефакторил. А вам его тестить все равно целиком нужно. Ну, немножко больше поработает QA-команда. Ну, это чуть-чуть нормально. Больше. Я вот чуть больше поработал. Больше? Ты можешь оценить это? А что тут оценивать? А что тут оценивать? Я разрабатываю QA, да. Тестирую, и все довольны. Ну, ты говоришь, немножко больше. Немножко больше или немножко меньше, или где-то полдня, день, два, три? Полдня, день. Ага. Так. А здесь мы вернемся к Scrum-метрикам. И, собственно, когда мы там проводим уже N спринтов, мы выводим определенную среднюю нашу capacity. То есть там по ремейнингу ли это, либо же по сторипоинтам. То есть мы понимаем, что мы можем заделиверить там 25 сторипоинтов. Это наша производительность. Каждый твой такой маленький рефакторинг на полдня, он выбивает нас из тестового процесса, ну, и приносит определенные риски. Ты сделал рефакторинг, твой напарник сделал рефакторинг на полдня. QA-команда не успела. Как потом аргументировать вот такой твой тихий рефакторинг перед заказчиком? А зачем его аргументировать? Заказчику можно ничего не говорить. Логично. Вот я о том же. Опять же таки, вот вдумайтесь в проект как организм.
То есть я думаю, что мы все здесь чувствуем определенный риск, да, вот хочется, но колется. И риск, он сопряжен именно с тем, что development команда — это часть большой команды разработки или же Scrum команды. Таким изменением, то есть ты перекладываешь эфорт определенным образом, и он не учтен. То есть, что бы я здесь рекомендовал, это максимально взаимодействовать с QA-командой, обсуждать это. И если факторинг значительный, то есть тот, который займет у QA-команды, например, у одного разработчика день или два, выносить это отдельной задачей. Мы получаем деньги за продукт, правильно? Мы не будем рефакторить, и получается, растет тупо говнокод. И потом в один прекрасный момент оно все берет и падает. На самом деле тут ситуация какая? Во-первых, это, опять же, речь уже о легаси, который в продакшене. И тут, как правило, нужно балансировать между тем, как сделать хорошо на будущее, обеспечив себе maintainability, и риском сломать все здесь и сейчас и положить систему, которая уже сейчас приносит деньги. И на самом деле штука тонкая. И какое-то вот правило, которое у меня сложилось вот для себя, что когда рефакторинг большой, и мы не сделаем его как бы прозрачным, нужно выносить его в отдельные тикеты, которые будет очень трудно, но можно продать заказчику. Заказчику очень трудно продать рефакторинг, потому что он не приносит ему никаких денег сейчас. Но у нас есть опыт, когда мы создавали эти тикеты, они долго-долго висели, потом случалась какая-то уже нехорошая вещь, и мы говорили, он говорит, почему это случилось? Мы говорим, чувак, полгода назад мы тебя предупреждали. Может, наконец теперь сделаем? И это и уже еще полдесятка подобных случаев. Он, да, давайте. Сделали сейчас. И как альтернатива, это все-таки иногда, если он небольшой, если очень-очень-очень уже хочется, то вот по договоренности с QA-командой иногда случайно мы как бы пропихиваем рефакторинг небольшой, который в пределах нескольких часов. Нужно всегда понимать, что бизнес, он мыслит немножко другими категориями. И вот целесообразность рефакторинга, да, то есть аргументация должна быть вплоть до того, что вы можете оценить эти деньги. Вот это будет вообще замечательный аргумент, если он оцениваем таким образом. Мы дали себе вообще слово не сильно обращаться к нашему проекту, вот текущему, но просто поделюсь, чего мы сделали. Мы, собственно, подготовили реальный бизнес-план стабилизации с различными оценками, сколько букингов в день это принесет, то есть тот или иная, то есть часть рефакторинга. И когда стрельнуло, мы его выложили, положили им на стол, и вот тогда это сработало. До этого мы там делали несколько сессий подряд, то есть мы им объясняли, что это нужно, они да, нужно, но потом, как говорится в недавнем мультике Angry Birds, бомбануло. Вот. Ну, это послужило хорошим уроком для всех, да, и для клиента, и для нас, что да, совершенно справедливо, что нужно это делать вот последовательно. Потом мы договорились о соотношении 70/30 тег-депта и фичер-задач. То есть, как вы понимаете, за этим надо следить, потому что продукт-оунер, он есть бриджем, то есть он такой вот гейтвей своего рода, да. И, как правило, у него есть преимущество того, что все его отделы, его организации работают там, у него, в онсайте. А мы в офсайте. Вот. И, соответственно, к нему приходят аналитики, маркетологи, дизайнеры, и они, собственно, все поют вот ему в уши. Да? И какое у него настроение, то есть как он понимает ситуацию. Очень тяжело быть объективным. Когда, например, твой там друг, с которым ты попил пиво, тебе говорит, что это очень важно. Вот. А тут мы в офсайте, которые по GoToMeeting'у позвонили, сказали, там, ну вот ты понимаешь, это нужно. Кого он послушает? Ну, конечно же, больше того, да. Сейчас ты выйдешь к тому, что нужно чаще ездить на сайт и пить пиво с продуктом. Обязательно. Это тоже правда, обязательно, это другой вопрос. Нужно инвестировать в онсайты, нужно возить к ним всякие разные вкусности, нужно их сюда привозить. Да? Да. Саша, сколько ты согласен? Ну вот, отлично. Пока. Поехали дальше. Документирование. Приходишь ты на синкап утренний, и начался спринт, только начало. Вроде бы там тикетов затянулись с бэклога, ты довольно думаешь, вот, сейчас что-то припадет. Тебе не дают что-то интересное. Почему не дают? Потому что заказчик позвонил и сказал, ребята, вот у меня здесь что-то есть,
я не знаю, что это такое, скажите мне, что это и как это работает. И тебе дают ресерч. Окей. Запасаешься кофе, садишься за дебаг и занимаешься реверс-инжинирингом. Разбираешься, как это все работает, чувствуешь себя героем, идешь на следующий синкап и говоришь PM, Team Lead, говоришь, разобрался. Вот так работает, вот там конфигурится, используется такими-то, такими-то сервисами. Все. И ждешь печеньку. Ну тебе говорят, а теперь задокументируй это все. В Confluence. А, что? Что? В Confluence. Задокументируй, пожалуйста. Так подожди, я кто? Техрайтер или кто я вообще такой? Ты разработчик, высококвалифицированный. Вот, в том-то и дело, я сделал то, что что определяет твою квалификацию? Не только возможность отдебажить, но и понять, что ты отдебажил. Я превратить понял, это в слава форму. Донес. Кому ты донес? И все, до свидос. Вот Team Lead тебя понял с полуслова, но ему сегодня... Делать такой же синкап с продукт-оунером. Или тот, кто заказывал этот ресерч. Сегодня и я что еще ему вспомню говорить? Вот тебе конфиг, вот тебе таблица. И сегодня я еще вспомню. А тут я уже в этот угол перешел, потому что... Прячется за спиной моей. Потому ну что, ладно, давай. Потому что тут мне Сашу защитить не получится. Если был длительный ресерч, то его результаты незадокументированные через 2 недели пропадут. Придут к тебе через 2 недели, максимум через... Ну, через... А в самом худшем случае придут через полгода. Вот это да. И ничего ты не вспомнишь. Точнее, придут ко всей команде, команда скажет, мы такое когда-то делали, мы не помним. И будет новый тикет на ресерч, может быть, вспомнишь, что этот тикет делал ты, ты придешь, скажешь, о, да, я помню, я это делал, как-то оно работает. А как оно работает? И еще ресерч на столько же, сколько он тебе занял в прошлый раз. Поэтому, увы, Саша, это же без документа, все, ты без документа не получится. Кроме того, не исключена вероятность, что как бы там, а может не тебе, там, а может ты уйдешь из проекта к тому времени. В общем, если результат не задокументирован, то он через пару дней растворяется в потоке белого шума. А держать техрайтера, во-первых, накладно, а во-вторых, если даже и держать техрайтера, а у тебя был большой ресерч, который ты неделю делал, так тебе день писать документ или 2 дня объяснять техрайтеру, который будет потом еще 2 дня писать. Не прокопает так, как ты. Ты же высококвалифицированный. Ну так я скажу, что я и тестить умею хорошо, так давайте я буду тестировать тогда, а что? Давай. Написал, протестировал и зарелизил, и нормально. Мы в следующем спринте подумаем на эту тему. Вопрос. Да, вот еще по поводу документации хотел бы спросить. То есть вы разрабатываете новые сервисы какие-то, да, там новый функционал. Ну да, припиливаем. Вы создаете ли вы саб-таски, да, для документирования в каждой отдельной таске? То есть в каком формате вы трекаете эту документацию? Ну у нас тут нестандартный подход, я бы сказал. Правильнее было бы, да, действительно там сделать саб-таск. У нас, собственно, опять же таки, продукт-оунер является своим гейтвеем, и он запрашивает эти ресерчи. То есть по факту это... полновесная задача. Вот. Таким же образом она треканная, как и все остальное для простоты. Вот. Но это ресерч. То есть по определению он должен содержать на выходе либо тикет на фикс, 2 документацию, если она необходима, 3 просто поговорить с тем, кто запрашивал. Может такое быть, да. Да, тоже из моего опыта по поводу документации. Писали там стартап, было много команд распределенных. Mm-hmm. Естественно, ну, можно так сказать, чем там занимаются другие команды, ты особо не вникаешь. И формат был, скажем так, разработки следующий. То есть мы создавали таски, да, работали по agile процессу, и там в каждой таске входили, там, не знаю, какие-то development саб-таски, и обязательным критерием принятия каждой таски было то, что была создана саб-таска для документации. Тоже поначалу, возможно, там, грубо скажу, там разработчики плевались, да, не хочу этим заниматься, это рутинная работа, но в принципе, когда вот много распределенных команд и приходит момент к интеграции, ты открываешь эту документацию другой команды. И, в принципе, эта документация очень помогала. Ну, и, да, это своего рода SLA, да, Service Level Agreement. К чему я веду, да. То есть это был основным акцентным критерием для сдачи истории. То есть если нет документации, то есть задача не принимается, задача не демается. И действительно это была довольно-таки полезная штука. Спасибо за комментарий. Собственно, мы и не планировали, что мы будем сильно как бы идти. Наша основная цель с вами повзаимодействовать. Мы оба поэтому... теперь пришли к одному человеку. Дякую. У мене до вас 2 питання. Перше, до мене? Чи зовсім для всіх? Зовсім. Окей. По-перше, вернусь до другої тематики. Ну, казали, що
приходить девелопер, і у нього з'являються ще нові таски. Якщо ви сказали, що ви працюєте по методології скрама, у вас не робота скрам-мастера захищати, щоб не було якраз таких, таких ситуацій. Це перше питання. І друге питання до девелопера. Олександр, ви сказали, що ви не хочете документувати. Ну, якщо це не робить девелопер, то хто це тоді робить? Бо вот я же ему и говорю, понимаешь, а он уже полгода, хочу кодить. Да, ну, устал я документировать. Очень много таких подобных тасков, чтобы вы понимали, это legacy проект, он большой, и как вы говорили, что его сначала писали русские, а потом поляки, потом индусы, и там мы бачили, все очень... А первый вопрос, какой можно специфицировать? Ну, выходит, что если девелопер приходит и все больше в него тасков, то Scrum Master, выходит, тогда не працює. Какая тогда взагалі работа? Да, вообще непонятно, что он делает. Значит, появляются задачи на research, которые по факту не влияют на delivery. То есть под delivery мы понимаем те тикеты, которые несут код change, которые требуют тестирования и дальнейшего user acceptance, регрессии. Появляются задачи именно вот на research документирования. Не совсем так я ответил, то спрашивали, да? Смотри. Имеется в виду, что они, они появляются не поверх спринта. Не в том, как бы не забрасываются в процессе спринта люди дополнительными задачами. Нет, естественно, как бы скрам у нас нормальный, хотя и адаптированный слегка. Под появляются задачи, имеется в виду, что они заходят как бы своим порядком. Это такие же задачи, которые имеют такой же estimate, под них отведено время. Но нету сторипоинтов, соответственно, да, нету. Вот ремейтинг estimate есть, а сторипоинтов нет. Вот это, кстати, то, чем адаптировано. Потому что дело в том, что если девелопмент будет писать код весь спринт, то получится, что малейшее несовпадение... QA-depth получится, да, просто. Да, получится QA-depth, потому что малейшее несовпадение пропускной способности development и QA-команд приведет к накоплению нетестированных и неделиверенных тикетов. Поэтому у нас как бы сделано так. Значит, пол спринта идет development, пол спринта идет тестирование. И вот в то время, пока QA тестируют, development как бы ничего не делает. И вот на это ничего не... В контексте девелопера, да, может быть. Да, и на это как бы ничего не делание, как раз вот это время заполняется задачами, не требующими тестирования. Как то исследование, документирование и так далее. Ну то или есть там... это не, это, скажем так, не, это адаптация скрама, но это не взлом его. Ситуация, при которой к девелоперу приходит и говорит, ну да, тебе еще даст на документирование, мало тебе работы, на еще. Нет, такого нет, конечно. Но здесь вот есть один бенефит у этого процесса. Под эту вот вторую неделю можно выделить весьма ценное время на создание вот таких подпроектов, которые вы потом продадите своему бизнесу. То есть, например, таким образом мы максимально проработали апгрейд системы на Java 8 с Java 6. То есть предоставив там, то есть и потратив определенное количество эффортов, документирование, создание migration плана, что в enterprise очень важно. То есть у всего есть свои плюсы, просто их надо найти. Да. Очень практичный вопрос, тоже с опыта работы с Legacy. Вот пришел новый модуль, который вы должны саппортить или еще что-то по нему хочет узнать кастомер. Соответственно, задача посмотрите в код, задокументируйте. Вот. Как с точки зрения девелопера, лида, менеджера это заэстимировать? Вот вы сказали, что вы их эстимируете, создаете таски. Вот это крайне сложно, как по мне. Может, есть какая-то методология? Для этого, слушай, смотри, для этого ремейнинг есть. То есть ты на входе оцениваешь очень приблизительно, то есть 3 дня. То пальцем есть, в небо. Но estimate в сторипоинтах да, на них да, не именно ставится. Так. Estimate в сторипоинтах на них не ставится. В метрику спринта они не идут. Вот это то, что нам удалось отстоять, потому что хотели навязать это. Ну, вот сторипоинтов здесь не должно быть, потому что по факту это будет потом разорванная метрика. Поэтому да, немножко в пальцем в небо ремейнинг ставится, а потом коррелируется, то есть выправляется по мере того, как мы продвигаемся. Да. То есть тут может быть спайк, может быть дикий бёрндаун, если мы там переоценили, там 3 дня поставили, да, это заняло день. Может быть и наоборот. Но они не, ну, вот, но они не отражаются индикатор, никак на velocity чарте. И поэтому они не разрывают метрики... На velocity не влияет, на burndown. Да. Мы почти любую работу, которую непонятно как, еще как реализовывать, делим на 2 тикета. Не саб-тикета, а именно реально 2 отдельных тикета. Тикет на investigation, разобраться, как это делать. И потом на выходе из этого investigation тикета будет реальный тикет на фикс.
на имплементацию, который уже будет очень точно оттестимирован, потому что уже перед этим разобрались. Долго не могли до этого додуматься. Когда это сделали, на самом деле предсказуемость возросла просто очень-очень сильно. Вот чисто по практике скажу, что до этого был, собственно, продукт-оунер другой, мы не придерживались ничего такого. И у нас было очень много митингов, вот с Димой в частности, где мы аргументировали, почему мы это не заделиверили. И мы тогда начинали, ну вот здесь были переоткрытия, тут мы потратили столько-то времени, и этого ничего не было видно. А тут мы долго смотрели, а как отэстимейтить тикет, который непонятно как делать? Вот команда выходит на плей-ин-покер, есть тикет, сделать вот это. А это какой-то кусок легаси-системы, да никто понятия не имеет, как оно там работает. То есть, и что эстимейтить? Мы-то 8 сторипоинтов, а там работы на 2 недели. Оказывается, потом в итоге, из которых полторы это раскопать, как работает. Velocity, вот да, такое. И Velocity чарты были очень веселые. А потом вот так вот сделали. То есть копаем столько, сколько нужно, хоть в двух, хоть на 2 спринта можно растягивать как бы время на Investigate. Мы готовы эстимировать? Не готовы. Не готовы. Через там 3 спринта прошло, мы через вот эти вот зарезервированные кусочки времени для исследований наконец этот процесс протащили. Все, мы нашли как. Понятно, как делать. Отэстимировали, сделали. Потом, ну, опять же, от нас сейчас требуют predictability. Predictability достигается это в нашем случае вот так. Так, миграция на новые версии фреймворков. Я хочу здесь уточнить, здесь будет речь идти не только о фреймворках, также о каких-то библиотеках. Началось уже. Ты фреймворки написал, про фреймворки и говори. Да, и почему это нужно, я считаю. Во-первых, если мы обновляем версию какого-то фреймворка какой-то либо, мы избегаем создания велосипедов. То есть в каждой новой версии уже есть то, чего мы не имеем в своей версии. Это раз. Второе, мы уменьшаем количество багов. И в-третьих, это очень упрощает процесс разработки. Потому что есть очень много новых интересных фич, которые можно использовать. Вот. И я не верю, что это нельзя продать заказчику. Могу сказать со своей стороны. Я разработчик. Вот у нас есть заказчик. Заказчик говорит, у меня есть куча софта JBoss 6. Все, меня не волнует. JBoss 6, там глючный RestEasy, там еще какая-то фигня встроенная у него. И все, мы это никак не можем поменять. Просто потому, что вот у заказчика есть дата-центр, в котором это все гоняется. Потому что для того, чтобы это поменять, нужно напрячь провайдера нашего клиента, чтобы он у себя что-то поменял, чтобы, ну, в общем, куча миграций вообще, которые фейлятся вот на раз-два. Ну и, в общем, согласен. Это довольно все сложно. Но на в вашем самом деле. Случае просто такая ситуация, что заказчик просто упирается и не хочет это делать. В нашем случае это абсолютно doable и не вижу никаких проблем. Бізнес value достатньо простий. Пам'ятаєте, коли був end of life 6 Java? В неї не виходять security патчі навіть в платній версії. Є платна версія Java спеціально для таких супер-пупер кастомерів, впертих дуже, для яких там виходять патчі потім. Їх вже нема. Для сьомої Java ситуація та сама. Коли у цього клієнта візьмуть і проломлять к бісові матері, от тоді він буде думати, якого чорта він не заплатив. А давайте ми тоді розкажемо просто, як ми проталкивали восьмою Java. Оце і був аргумент. Вот в том-то и дело. Но про security патчи мы говорили долго, не помогало. То есть единственным аргументом, который позволил нам протолкнуть Java 8, который, да, все очень легко заменяется, только мы уже там на месяц делизываем эту миграцию. Но, потому что, ну, в общем, миф об обратной совместимости оказался таким мифом. Ну, в общем, все было очень просто. Ладно, да. Костя, ты уже начал. Не, я просто хочу рассказать, как мы это продавали на самом деле. И это относится немножко к тому, что я говорил, да, насчет парадигмы, то есть чем мыслит заказчик. Когда мы сказали, что нужно апгрейдиться на Java 8, нам сказали, ну да, там где-то нужно, но подождите. Под Новый год прошлого года один из клиентских партнеров перестал саппортить SSL 1.2, да, по-моему. То есть security патчей не было очень, уже давно не было на 6-ю Java, не помогало. А вот гром грянул, когда первый SSL, по которому мы общались с третьесторонним сервисом, таким достаточно бизнес-критичным, они сказали, ребята, все, с Нового года TLS 1.2. И все, и как хотите.
Ну, наш клиент был весьма, да, инертный и немножко упертый. Пришлось кидать прокси. Пришлось ставить прокси. Вот. У нас получилось, что у нас внутри in-house стоит прокси Nginx, на который мы ходим по SSL, а он уже ходит на улицу по TLS 1.2. И они как-то они так нормально с этим жили, еще полгода они в этом режиме прожили, все нормально, мы там бились головой об Java 8. Все, у нас есть проксик, нам не надо. Через 3 месяца приходит еще одно письмо от еще одного партнера. Причем ребята, это payment-система. Через 2 месяца только TLS. Ну, собственно, здесь мы уже и подняли вопрос, что мы будем обкладываться проксиками со всех сторон. Вот у нас давным-давно готов план по миграции, там Java 8. Давайте мы просто подумаем еще, какие это риски несет. То есть там переговорим, чтобы уже всем было все хорошо. И вот только таким образом мы смогли, ну еще, конечно, мы там проанализировали там намного больше, да, что это может принести в систему. Вот тут уже вспомнили, да, про секьюрити, тут уже реальная продажа уже стартанула. Тут уже вспомнили обо всем и еле-еле протолкнули. Да. Но обновление Spring-а с 3.0 какого-то до 4.3.2 мы проталкиваем до сих пор. Тут мы немножко отклонились от курса. Я Саше должен что-то ответить на это, да, Саш? Да, ты же да, ждешь. Да, ну, Саша сказал, что очень быстро и легко мигрируется, но вот я хотел сказать, хотел напомнить, сколько времени это все заняло, это все легкость бытия. Саша разработчик, он хочет очень такую секси-систему, чтобы было, в общем, для души классно. Вот, он же, ну, действительно художник своего дела. Вот, но замена какого-то компонента внутри уже устоявшейся системы – это изменение, которое несет определенные проблемы, а ниже риски. Для клиента риски – это весьма, скажем, материальная вещь. Вот. Поэтому каждая такая миграция, вот ты говоришь, меньше багов. Это да и нет. Там сидят такие же люди, они пишут такими же, собственно, руками. Да, да, они что-то фиксят, но они что-то и добавляют. Что-то они… Какие-то баги новые в любом случае будут. То есть от этого никто не застрахован. Очень часто оказывается, что затраты на переписывание таковы, что заказчик, понимая абсолютно, в чем он сидит по глаза, не может себе этого позволить. И тут остается либо, опять же, а скорее всего не либо, а и то, а прогибаться по то, что у него есть, помогая ему это все саппортить, но параллельно, тихонечко склонять его к тому, что переписывать надо. И писать новый в параллель с поддержкой этого. То есть это уже как бы работа как бы вот менеджмента со стороны исполнителя, то есть там нас. Как понемногу это заказчику вкладывать в голову? Наверное, под занавес этого пункта я хочу сказать одну вещь. А вот небольшие библиотечки, которые не меняли опихи, подменять стоит. То есть на ровном месте замена, например, тумкетовского connection pool или GDBC-драйвера там, под MySQL никак не может практически заэффектить функциональность функционирования системы, кроме того, что оно становится существенно быстрее. Проверяли. Ну, это да. Так, поехали, наверное, тогда. Что дальше? У нас таймлайн уже вышел. Там последний пункт, то там последний пункт. Здесь разность парадигм, да, когда... Когда вот успел development, то есть он это вот для него действительно, что он успел это сделать. Вот у меня недавно был разговор с одним из девелопментов со стороны OnSite, который очень сильно реагировал на то, что почему вы это не заделиверили, не заделиверили, да. Не зарелизили, короче. Не зарелизили, да. Я же это успел. Я говорю, Вова, ты не успел. Потому что по факту ты его сделал под код фриз занавес. То есть ты, да, формально, технически, ты молодец, ты успел это сделать. Нам это еще нужно оттестировать, именно поэтому нужен софтаск. Вот. Но в следующем спринте. Вот эта формальность код фриза, фичер фриза, как ивентов внутри разработки. И очень хорошо, когда клиент, вы, то есть все в одном поле понимаете, что такое код фриз, потому что на моей практике есть разные, в общем, отношения к этому делу. Да, есть код-фриз какой-то номинальный, но туда еще потом и докоммиты, и домерджи, чего там только не происходит. Вот.
Ну и хочу эту фичу, это, скорее всего, работа вне скоупа, да? Хочу это, да, это по скоупу. Буквально 3 минуты это время займет. Это та ситуация, когда начался спринт и быстренько сделал все свои тикеты, и получается, что ну, у тебя еще неделя спринта, а делать тебе нечего. И ты понимаешь, что тебе скоро прилетит какой-то ресерч, документация и все то нехорошее, о чем я говорил до этого. И ты смотришь бэклог, ты видишь, что там очень классный тикет, очень классная фича, которую ты можешь сделать быстро, быстро, очень хорошо, и ты просишь PM, чтобы он позволил тебе втонуть этот тикет, чтобы ты над ним работал. Ну, PM говорит тебе нет. Недолюбливаю тебя, и все. Да, недолюбливает меня. Говорит, что мы не плодим technical debt. Не плодить technical debt, но еще здесь важно то, что заказчик инвестирует в то, что он инвестирует. То есть, и, ну, как бы вопрос не будет, типа, зачем вы это сделали? Всегда можно сказать, что, ну да, это действительно крутая фича. Но это порождает вот некую лавину того депта, который есть. Все. Иными словами, мы все-таки должны делать то, за что нам платят, и то, что от нас ожидают. Ну, ожидание даже, если, здесь самое главное. Да, и даже если мы сделаем что-то сверхожидаемое, как бы не то, что ну, сверхожидаемого, но... То, чего от нас не ждали, это не будет воспринято хорошо. То, поэтому... что от нас не ждали, это равнозначно тому, что не вы... мы не выполнили ожидания. В принципе, да. Для заказчика это все равно. Это заказчик чувствует, что вы потратили его деньги, по большому счету, но на то, чего от вас не просили. Поэтому тут, с одной стороны, опять же, нужно делать то, что от вас ждет заказчик, а для того, чтобы это совпадало с вашими ожиданиями, нужно менеджить ожидания заказчика. И вот ну, это отдельная, большая, важная штука. А вот чтобы не объяснять менеджерам, да, что это коммуницировать. То есть просто-напросто взаимодействовать. Взаимодействовать с своими коллегами, с PM, с лидом, а соответственно дальше. Непосредственно сам development взаимодействует с клиентом. То есть это должно быть абсолютно вот... чем-то одним, коммуникация вот в таком большом контексте, тогда будут правильные ожидания и тогда будут правильные действия согласно тому, что, в общем, один хочет, а другой может. Спасибо всем. Всем спасибо. Спасибо всем, что вы стали частью нашего сегодняшнего события. Я надеюсь, что все получили удовольствие массу. Спасибо нашим докладчикам всем за то, что поделились своими знаниями, экспертизой. Я приглашаю всех на автопати. На автопати у нас с вами великолепнейшая диджей Дарья Колосова. Два турнира. Один по пинг-понгу, второй по кикеру. В каждом есть супер-классные призы. Бургеры все еще с нами. Крафтовое пиво, лимонады. В общем, оставайтесь, буду рада. Спасибо всем. Спасибо.